А как вы считаете, вот сейчас в условиях санкций в России оказалось, что нет запчастей ни на самолеты, и даже подшипников не можем выпускать. А как так получилось? Ну, как так получилось? Мы ж люди простые. Да лично меня все устраивает. Я на самолетах не летаю, и подшипники мне не нужны. Ну, вот как-то так. Да меня все устраивает, что у нас в нашей стране есть. Я, с одной стороны, я патриот. Я всегда за то, что делает наш президент. Я полностью его поддерживаю. А патриот это значит быть совсем согласен, я правильно понял? Ну, не совсем. Не всегда не совсем, но в каком, ну, в большей мере да. А что такое не патриот? Ну, не патриот человек, который вот на настоящее время там кричит «нет войне», там или кричит «вот, у нас такое хреновое правительство, у нас нету сахара, у нас нету лекарства». Это неправильно. А что же нужно делать? Ну, я не знаю, терпеть или как, но я считаю, что лучше потерпеть. Я противник всяких массовых мероприятий. Вот таким образом. А каким же образом тогда можно докричаться до власти? Ну, на этот вопрос я ответить не могу, не знаю.